Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня к вам со своей радостью. Ко мне пришла посылка с AliExpress. Вообще я там редко что-то заказываю. Раньше много заказывала, но потом перестала. Ну, как-то в этом отпала необходимость. Благо есть Wildberries и другие магазины, где тоже много скидок и тому подобного. Но недавно я на канале Coloring Life увидела один товар канцелярский, который мне очень понравился, и я захотела купить и тоже попробовать. Сейчас все увидите. В общем, 13 сентября я уже в ночи где-то, реально там без нескольких минут уже было 14 число, я сделала заказ. А утром уже в 6:50 было написано, что уже мой товар обрабатывается. И в этот же день, то есть 14 сентября в 4 часа дня или в 5 часов, он уже был в Домодедово. Причем это именно шло из Китая, потому что как бы иначе бы мне там кэшбэк бы не начислили. Ну вот. И получается, что написано было, что придет товар вообще 21 сентября. Но сегодня 15 сентября, и вот к вечеру мне товар доставили, то есть, по сути дела, 13 вечером заказала, 15 вечером получила. Это вообще самая быстрая моя доставка, какая только может быть. Вот. Я прям рада. У меня сегодня вообще такой, знаете, счастливый день. Я надеюсь, вы за меня порадуетесь, то что вчера у меня был день немного грустный, были некоторые убытки. Кстати, да, я снимаю сейчас на новую камеру, на новый смартфон. Ну, да, потому что с мой прежний смартфон, я его очень люблю, он работает, но, к сожалению, у него из-за того, что я постоянно его вставляю в штатив, в держатель, у меня повредился чехол, а я все ленилась купить новый. Вот, а там, знаете, вот сбоку он немножечко как бы по шву оторвался, и он вроде как все, телефон держал, но при падении он уже не защищал стекло, и вчера вот так случилось. Вот, ну да ладно, не будем о грустном, тем более, что сейчас у меня уже новый телефон с огромным количеством классных функций. Ну что, давайте будем открывать. Да, я совсем забыла сказать, что эти карандаши стоили на, в общем, 1080 рублей. Вот. Да, это карандаши. Они стоили 1080 рублей за 120 штук. Но они мне достались всего лишь за 80 рублей. То есть 1000 рублей у меня была, считайте, скидка. Потому что мне мой банк начислил 500 рублей кэшбэка. И кэшбэк-сервис Letyshop за все мои покупки тоже начислил мне 500 рублей кэшбэка. Поэтому вот. Не говоря уже о том, что кэшбэк я только-только получу. И, соответственно, 500 рублей я оплатила с телефона, и с этого мне тоже начислят. Вот. Так что эти карандаши у меня всего лишь за 80 рублей. Ну, это я, конечно, в Леонардо уже брала сколько? 1000 на 1500 бесплатно товара. Я вам рассказывала про приложение «Активный гражданин» для тех, кто живет в Москве. Но я вам обязательно ссылку тоже оставлю и на Letyshop, и на «Активный гражданин», конечно же, обязательно оставлю. Так, главное ничего тут не повредить. Вот, все здесь пупырки. Так, ну что, сейчас продолжим открывать дальше. Надо ножницы, наверное, взять. Возьму, чтоб наверняка, мои портновские ножницы.
А, здесь даже вот так все. Вот они, карандашики. Как я их хотела. Нет, я раньше не хотела брудхунеры, но эти мне почему-то захотелось. Так, я просто еще параллельно ставлю на паузу и делаю фотки. Ну, мало ли что. Так, здесь же где-то, наверное, запечатано. Или же... Да, вот здесь. Вот там маркеры, брашпены, это у меня, конечно, было в таком количестве. А вот карандашей в таком количестве у меня не было. Так, сейчас надо это все снять аккуратненько. Так, тут коробка такая. Класс. Вау, просто чудо. Просто чудо. Так, ну теперь надо открыть. Я, кстати, еще боялась. Телефон-то у меня теперь по размеру еще больше. Я думала, влезет он в штатив, не влезет в держатель. Но не, влез, все нормально. Так. Открываем. Как здорово. Еще и бумажка такая для выкраски. Класс. Вообще отлично. Это вот... Ну-ка. Аккуратненько. Квадратные. Посмотрите, какие они крутые. Супер. Вау. Так. Ну вот это, да, надо аккуратно, чтобы не приключилось с ними ничего. Так. Тоже какие красивые цвета. Супер. Красотища. Так, ну и вот. Значит, три лоточка. А я так их тут посчитала. Сейчас я их сфоткаю еще. Так, все положу. Ой, у меня тут фломастеры решили упасть. Сейчас я, ну, просто возьму лист бумаги, сделаю такую простенькую выкраску. Мне просто хочется посмотреть, как они будут в деле. Давайте посмотрим, нет ли сломанных карандашей. Ну, вроде здесь все целое. И в этом лоточке, и здесь, в общем-то, тоже все целое. Какая прелесть. Вообще. Класс. Тем более мне так понравилась эта необычная форма. Так, и здесь еще номера указаны на каждом карандаше. Название брутфунер и чего-то еще такое на китайском, наверное. Класс. Ну что ж, давайте попробуем вот из этого лоточка. Мне прям вот эти нравятся всякие. Сейчас я попробую те, которые мне оттенки больше всего нравятся. А вот, ой, какие они мягкие. Нет, ну у меня и тоже все карандаши мягкие. Но вот классно. Какой цвет потрясающий. Так, это я просто пробую, как они. Так, вот этот еще давайте попробуем. Очень красивый. Мне в детстве нравились вот такие. Мы еще с моей подругой, ученицей Саней, вспоминали, какие у нас были в детстве карандаши. Вот. Но они меня помладше. Но у нас как бы, нам родители всегда покупали все самое такое хорошее. И я вот всегда склонялась между призмами, и я вот не знаю, были тогда брутфунеры, может быть, они как-то по-другому еще назывались. Вот честно, не знаю.
Но дело в том, что у призм очень редкая палитра. Вот здесь еще что-то похожее есть, но как бы тоже не такое. Поэтому вот я не знаю, что конкретно у меня было. Слушайте, ну классные на самом деле. Очень даже. Я вот на них не нажимаю. То есть, если понажимать, они будут более яркие. Но мне сейчас вот интересно именно так попробовать. Давайте вот такой нежный розовенький цвет. Да, я просто вообще рада. Так что спасибо каналу Coloring Life. Я же правильно вроде произношу или нет? Какой цвет шикарный. Это восторг. Мятный давайте возьмем. Вообще, просто прелесть. Что тут за ерунда такая? А, тут нет. Нежнейшие оттенки, и они могут быть более яркие. И такой блеск дают. Ну, я абсолютно, конечно же, не жалею, что приобрела их. Буду ими с удовольствием раскрашивать. Вот. Какой оттенок классный. Ну что еще попробуем? Оранжевый, желтенький какой-нибудь. Желтый вообще потрясающий. Очень удобно их держать в руке. Потрясающий оттенок. Но единственное, что, конечно, вот как у призм есть цвет. Сейчас я покажу. Ну, многие знают, о чем речь. Но сейчас я его найду, покажу вам, какой мне больше всего нравится у призм из того, что есть. Вот такой вот. Это 120 номер. Вот он мне очень нравится, но здесь, конечно, такого нет. Это прям вот фишка, по-моему, конкретно призм. Давайте попробуем еще что-нибудь коричневое. Кофейное, коричневое. Вообще здорово. Синенький. Какой-нибудь возьмем. Вообще класс. Они настолько мягкие. Также меня интересует черный. Кстати, заводская заточка. Ну, я не очень люблю, конечно, заводскую заточку. Но это мы поправим потом. Чтобы еще попробовать, ну, наверное, вот какой-нибудь потемнее коричневый. Шикарно. Здесь, наверное, название цветов в теории. Потому что, ну, судя по иероглифам, тут как бы разное количество их. Значит, видимо, название. Вот это золото. Давайте посмотрим. Да, действительно шикарное золото. И вот оно серебро. Мягкий очень. И вот он еще белый. Давайте я попробую. Так. Ну вот на черном, наверное. Ну я так понимаю, что как блендер он будет работать. Немножечко высветлять будет. Неплохой. Очень даже неплохой карандаш.
Мне нравится, что здесь много серых цветов. Это вообще очень ценно. Выкраску я, конечно же, обязательно сделаю. Здесь вот и серо, какие-то такие синие, серо-зеленые. Да, мне прям хочется все попробовать. О, вот этот цвет мне очень нравится. Так что вот такая у меня сегодня радость. Вот так вроде бы 120 штук, а потом смотришь. Не, это при всем при том, что мне хватает даже 24 цветов, чтобы раскрашивать. Ну, вполне я пробовала так сделать. Но все равно приятно. Но когда вот так вот думаешь, 120 это так много, а когда они перед тобой, вроде бы это мало. О, вот этот потрясающий цвет. Классно. Ну и эти положим сюда. Что бы еще здесь такое попробовать? Какие яркие. А вот самый темный такой. Надо еще приспособиться. Прямо насыщенный. А это какие-то даже кислотные. Вообще зеленые всегда меня интересуют. Ну, неплохие. Ну, пожалуй, вот присмотритесь тоже к этим карандашам. Я считаю, что 120 штук за 1000 рублей это прекрасно. Тем более, я говорю, мягкие они. Ну, вот если, например, их... Ну, так, это мне вот интересно, как их будут они. Так, сейчас возьмем, например, вот этот. Ну и какой еще? Ну, например, этот. Ну, то есть я в данном случае просто, чтобы был контраст. Интересно, как они будут наслаиваться, не будут. Ну, в принципе, имеет место быть. К ним еще надо будет, наверное, в плане наслаивания это поприспосабливаться. Но вообще я не вижу проблемы здесь. Мне нравится. Вот. Очень даже неплохо. Коробку давайте покажу поближе. Что тут написано? Ой, вот. Я еще к камере не привыкла к этой, потому что она... В прежнем моем смартфоне, мне кажется, что камера больше захватывала всего. Вот. Но тут тоже можно почитать информацию. Я, честно говоря, не знаю. Скорее всего, я не буду в этой штуке хранить. Наверное, я ее выброшу. Скорее всего. Потому что я думаю, вот этого пенала мне вполне хватит. Ну и, собственно, вот. Цвет, номер. Шикарно. Приятно, что
такую бумажку для выкрасок они вложили, и вот это вот. Я помню, я когда себе купила свои первые такие хорошие карандаши Лира Осирис, вот, они же шли в обычные картонные коробки, но там и кисточка была, и я себе купила такую тубу. И вот из такого же материала вырезала на дно и на крышку, чтобы они там в дороге, если я куда-то беру с собой, чтобы они не покоцались, не поломались. Да, в общем, красивая коробочка и очень-очень удачный заказ. Ссылку я на карандаши, скорее всего, оставлю под видео. На Letyshop тоже будет ссылка. И также будет ссылка на активный гражданин. То есть, если вы живете в Москве, если вы там зарегистрированы на госуслугах и так далее, это все как бы единый аккаунт, то, установив приложение, вы сможете там ежедневно получать баллы за то, что вы входите туда, какие-то там за какие-то новинки голосуете, знаете, там как улицу назвать, как еще что-то, за какую-нибудь новость, за то, что вы делитесь этой новостью, даже с кем-то в WhatsApp или там на почту, неважно, или в соцсети. Вам тоже начисляют баллы, а потом вы эти баллы можете на всякие подарки, билеты там в музеи и прочее обменивать, и в том числе вот, например, на Леонардо промокод, который как бы действует как реальные деньги и вообще сочетается со всем. Ну что ж, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, чтобы все ваши хотелки сбывались. До скорой встречи, всем пока-пока!